Мне иногда кажется, что вот именно американский армрестлинг, он такой, знаешь, вот я смотрю там на Ричарда, на Чаффи, Джона, он такой медленный, монотонный, то есть они, знаешь, типа, ну что, давай, знаешь, без старта, ну что, давай, начинаем, и они закручиваются, и отсюда уже поехало, все пошло, понимаешь, в этом он и начинается зрелищность, а когда все быстро, все, ну, технично, да, то есть для соревнований, наверное, годится. Вот для шоу, именно, наверное, надо вот, ну что, готовы? То есть даже самим стартануть, что ли, все. А там и старта как такого нету. Раз, два, три, готов, поехали. Закрутились, и вот Чаффи такой, он такой, с пушкарем. Он три раза с ним поборолся и не понял, что произошло. У него в глазах было написано, ну, пушка, ну, дай, не спеши. Дай хоть прочувствовать руку, ну дай мне хоть разок попробовать тебя, потому что я не понимаю, что ты со мной делаешь. Вот почему-то вот в таком стиле мне армрестлинг больше нравится, когда он такой медленный. Я думаю, мои поединки похожи. То есть я, в принципе, быстро тоже не выигрываю, не стартую. Очень редко, когда не хочу грузиться. А в основном со всеми сильными соперниками он именно такой. Тяжелый. Вязкий, все хрустит. Так, второй подход.